Короче, чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на запад. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Спустить все, кроме рота! Убрать крюс, Марселе! Марселя! Убавить паруса от бури! Ловим ветер, сколько есть! Капитан!
Они уже...
уязвимы здесь, надо бить! Эбон, надо уходить отсюда! Нет, удачная позиция! Сам! Они уязвимы здесь, надо бить! Приготовиться! Удар! И корабля у нас нет! Нам скоро крышка, Эбон! Перезаряжать! Столкновение! Надо сбить экипаж, Никем! Нас утянет на дно, капитан. Слева по борту! Там груз с корабля, сэр. Капитан! Лиселята! Thank you.
Подошел к берегу, потом ушел. А давай, велел мне кого. Тамплиеры уже целый год здесь поблизости лежат. Точно. Только тамплиеры всегда шум поднимают. А пока все тихо. Пока. Catch a demon when he catch!
по ачку в этой клетке войс. Сокану дуттай хамли. Кешма у юхеллетки.
Проклятье, Кит! Во что ты меня втянул? Мы уже близко. Я чувствую. Капитан Хэнуэй. Где ассасин Дункан Уолпол? Давно убит. Я защищался. Он не стоит наших слез. Но это вы завершили его предательство. Почему? Только ради денег. Это должно меня утешить? Вы убивали наших братьев и сестер в Гаване. Ему дано зрение, наставник. Джеймс сказал, вы имели дело с тамплиерами. Вы видели того, кого зовут мудрецом? Да. Узнаете, если увидите снова? Наверное. Я должен быть уверен. Ни слова. Идем.